Всем привет, ребята! Добро пожаловать на мой канал и добро пожаловать в распаковку. Новый год уже не за горами, осталось совсем немножко, но у вас еще есть время заказать подарки для своих родных и близких. Так что сегодня на распаковке я заказала сюрприз-боксы от RealBox. Как вы видите, я заказала 3 бокса и, конечно же, сделала их разными. Сегодня у нас будет классический бокс, гаджет-бокс и микс-бокс. Посмотрим, что же кладут в серединку и убедимся с вами, стоит ли заказывать такие новогодние подарочки и вообще не париться. Начну я, пожалуй, с классического бокса. Возьмем его с вами. Очень удобно заказывать RealBox, потому что наполнение и коробку вы можете выбрать сами на сайте. Ну что ж, начнем. Такая она. Тяжеленькая достаточно. Кстати, я думаю, что гаджет-бокс мы распакуем напоследок, потому что именно гаджет-бокс прям очень тяжелая коробка. Что это такое прикольное уже? Так, в классическом боксе первое у нас попадается тканевая маска с витамином С. Почему она так круто выглядит? Очень красивая маска. Слышите, первый раз такое вижу. Даже в магазинах нигде не видела. Следующее, что я здесь вижу, это что-то большое. Офигеть! Ребята, у нас было столько микрофонов, мы их все пораздавали, поотдавали родным и близким, и у нас не осталось ни одного. Я только недавно об этом подумала, и здесь микрофон. Так, ну-ка давайте на него посмотрим. Интересно, будет такого же цвета, как на картинке? Нет, блин, он черный! Ну ладно, оператору больше черный, наверное, понравится, чем вот такой вот розовый. Слушайте, круто, классно, обязательно будем пользоваться. Уж тем более, как раз-то на Новый год, как запоем сердючку. Так, блин, куда ее положить? Ладно, оставим здесь прямо на столе, пока распакуем ее окончательно. Также у нас здесь идут вот такие вот наушнички с разъемом 3,5. И, по-моему, здесь последняя посылка. А нет, не последняя, вру вам. Что это? Боже, какое милое, посмотрите, ребята. Такой маленький светильничек в виде лампочки. Можно вставлять в ноутбук. Кстати, нарисовано можно в телефон, а можно прям в сам удлинитель. Ну, если у вас там есть трекер для USB. Очень прикольно выглядит, слушайте. Это мини-лампочка. Эта лампочка будет для Лютика, чтобы ему ночью было не страшно гулять по дому. Да, реально. Да, реально очень прикольно выглядит, слушайте. Я раньше видела, ну, я думаю, все из вас знают, да, такие в магазинах продаются, продолговатые такие тоже на USB продаются, они гнутся вот так вот. Такое еще не видела. Ну, слушайте, увлекательно, интересно. Так, здесь у нас мишура и последнее, кое-что большое. Обалдеть, что это? Fashion Modern. Это что, какая-то кружка? Ну, она прям такая тяжеленькая. Так, похоже на какой-то фарфор, слушайте. Да, это кружка, обалдеть. Кружка для оператора с единорогом. Блин, кружка вообще бомбезная. Здесь, кстати, в комплекте кружки идет вот такая вот длинная ложка. Кстати, не знаю, как вы, мы с оператором пользуемся только длинными ложками. У нас какой-то фетиш, реально, мы любим, чтобы ложка была длинной. Красивая кружка, она, кстати, такая немного выпуклая, что как будто выглядит как 3D, знаете. Так, ребята, вот такой вот у нас получился классический бокс. Я хочу сказать, что я более чем довольна. Мне этого очень даже достаточно. И масочка, и наушнички, и светильник прикольный, и микрофон, и чашка. Давайте переходить к следующему. Следующий распакуем микс-бокс. Как вы видите, у RealBox может быть разный вид коробочки. Я даже не знаю, какая мне нравится больше. Та квадратная была такая яркая, тоже интересная, различные рисунки на ней. А эта прям такая сдержанная и очень даже стильная. Внутри нас ждала вот такая вот беленькая, аккуратненькая, симпатичная коробочка. Они вот такие вот есть в основном серые, коричневые. Белая как-то выглядит более стильно. Обалдеть! Так, я уже забыла, это был микс-бокс, да? Тут столько всего. Ребята, вы сейчас офигеете. Так, давайте с мелкого пойдем, вот так вот на бочок. Наушнички, тоже вот такие вот уже побольше. Кстати, я знаю такой бренд, вроде бы как он хороший. С разъемом 3,5. Далее, опять у нас масочка для лица с авокадо, омолаживающая. Блин, наверное, уже пора. Откладываем. Хуба-буба, арбуз, клубника и черника. Слушайте, я такого вкуса никогда не пробовала. Кстати, возможно, кому-то интересно, моя самая нелюбимая жвачка – это арбуз. Не знаю почему, вот арбуз я ощущаю везде вот такой вот химозный, знаете, чтобы это не было, конфета, жвачка. Арбуз я люблю просто арбуз, вот такой чистый, без каких-либо добавок. Так, это что такое? Это, наверное, держатель, да?
Сначала мы вот эту вот заднюю стенку ставим. Можем ее ставить абсолютно как нам угодно. Можно побольше, можно поменьше. А вот здесь вот можем уже регулировать высоту, как будет стоять телефон. Ну, такая достаточно прикольная штучка. Очень классно просто смотреть сериалы и поставить телефончик, чтобы было нам все видно. Идем дальше. У нас здесь Риттер Спорт Какао. Кстати, напишите в комментариях, вы любите Риттер Спорт. Здесь у нас даже есть какой-то напиток. Это чупа-чупс манго. Обожаю вот эти вот напиточки от чупа-чупс. Всякие разные вкусы. С удовольствием бы перепробовала просто все. Напишите в комментариях, какие вы пробовали вкусы от чупа-чупс. Их, кстати, реально, я насколько слышала, их более 100 штук. Не знаю, правда ли это. У нас здесь есть печенька с предсказанием. Слушайте, я такого не видела. А ну-ка давайте. Ну, я кушать, наверное, при вас не буду. Давайте просто распакуем и посмотрим мое предсказание. Не каждый день может быть хорошим, но в каждом дне есть что-то хорошее. Ну, прикольное такое предсказание. Печеньку пробовать не буду, ладно, уже не буду тут хомячить на видео. Еще есть какие-то вкусняшки, я так понимаю. Ой, извините, у нас тут песик активизировался. Подумал, что это вкусняшки, наверное. Так, блин, обалдеть оно пахнет. Пахнет арбузиком, малинкой. Написано, что нет здесь красителей, нет глютена. Ну, такие симпатики. Кстати, как нет красителей, если они разноцветные? Ну, ладно. Вот такие вот арбузики в детстве такие были. Это жвачки, я так предполагаю. И еще здесь есть один товар. Представляете, как много всего? Сейчас он просто весь в мишуре. Я так понимаю, что это бутылка. Бутылка для воды от Remax. Мне очень нравится, как у Remax вот это все дело упаковано. Очень стильно, очень красиво. С такими бутылками надо устраивать фотосессии, идти на какой-то пикник. Да, это то, что я думала. Смотрите. Вот такой вот медвежонок нарисован. То есть это такая бутылочка для воды. Я не скажу, что она типа термоса, знаете. Я не знаю, держит ли она тепло, будет ли держать. А, кстати, я видела в ТикТоке вообще-то, что такие бутылки используют дома для молока. Переливаю чисто молоко, чтобы у вас красиво оно хранилось. Очень симпатичное, мне нравится. Не хочу никому ее отдавать, передавать. Буду ей обязательно пользоваться. Ну что ж, переходим к последнему гаджет-боксу. Открываем гаджет-бокс. Что же нас ждет здесь? Обалдеть, здесь кое-что такое красивое. Ладно, давайте начнем с меленького. Так, это у нас от Хока стилус. Класс, слушайте, мне стилус нравится. Обязательно пригодится. Еще раз напоминаю, это гаджет-бокс. Соответственно, здесь будут одни гаджеты. В микс-боксе были якобы и гаджеты, может, и какой-то женский товар, и вкусняшки. Здесь только гаджеты. Так, колонка, вот такая вот малышечка, слушайте, это, наверное, те самые колонки, которые на рюкзак вешают, знаете, когда вы путешествуете, там, может, вы по горам лазите, я не знаю, по лесам, на рюкзачок себе повесили, и вот такая вот у вас маленькая колоночка. Следующее, у нас опять, блин, я его уже открыла, опять попался вот этот светильник, слушайте, идеально. Это будет с одной стороны кровать у оператора, а с другой стороны у меня такие маленькие светильники. И последнее, самое большое, что здесь есть. Я пока не понимаю, что это. Поняла, здесь нарисовано. Ребята, срочная распаковка. У тебя есть какие-то догадки, что это? Или там нарисовано слишком понятно? Да, это увлажнитель в виде Аладдина. Это настоящая лампа Аладдина от Remax. Слушайте, выглядит прям очень впечатляюще, очень красиво. Здесь вот такой вот приятный пластик, по типу soft touch, знаете. Так, открыть-закрыть есть кнопочка. Наверное, чтобы водичку набирать. Да, вот сюда вы вставляете наливаете водичку, потом закрываете и включаете. Слушайте, выглядит прям потрясающе. И она, кстати, такая, как и на картинке нарисована, зеленая нам попалась. Так, это прям классно. И такое действительно очень круто на подарок. В принципе, как и взрослому. Она можно еще подсвечивает. Да, как и взрослому. Вот, вот так вот смотрите, поближе вам покажу. Взрослому и ребенку, мне кажется, прям идеально. Еще она, кстати, просто заряжается, то есть работает без USB. Зарядили себе и поставили. Не знаю, сколько она проработает. Хотя, кстати, зачастую такие увлажнители реально долго работают. Так, ребята, ну что ж, вот такая вот у нас получилась распаковочка. Я хочу вам сказать, что ссылочки на все сайты RealBox я оставляю в описании к этому видео. Успейте заказать новогодний подарок. Вам спасибо за просмотр и встречаемся в следующем ролике.